По делу. Да, вот вопрос. Ваше отношение к движению Мальцева и к отставке нынешнего руководства в полном объеме, спрос с люстрацией совсем другого человека. Мое отношение к Мальцеву совершенно положительное. И с тех пор, как мне стало известно, кто это такой, еще миллионам многим людей стало известно, кто это такой, он и тоже выходил на это протестное гуляние, его тоже пытались взять, его за руб 20 не возьмешь, что вызывает всяческое уважение, так что все нормально.